Have a good time. Да, хорошо. Сейчас начнется следующая тема. Очень простых и реально работающих упражнений. Для того, чтобы голос восстанавливался, закаливался. Okay, now let's try s sound. Здравствуйте, меня зовут Руся, я вокальный имиджмейкер. И в этом видео я хочу вам рассказать о том, как быстро восстановить голос. Для восстановления голоса существует несколько очень простых и реально работающих упражнений. Одно из них – это штробас. Наверняка вы часто слышали это слово, наверняка многие из вас даже не догадываются о том, что вы умеете и способны делать качественный штробас. Для того, чтобы голос восстанавливался, закаливался, нам нужно овладеть вот этой техникой штробаса. Она звучит вот так. Это не он, это не штробас. Попробуйте вот таким образом похрустеть связками, добиться такого ощущения, будто бы у вас в гортани лопаются пузырьки. Это супер упражнение для того, чтобы связки восстанавливались и закалялись. Следующее упражнение, еще одно, это продувка связок на звук «с». Нам нужно создать улыбку и интенсивно выталкивать из себя фонему «с». Настолько быстро, мощно и сильно, насколько вы способны. Когда мы сильно выталкиваем звук «с», вдоль связок проходит мощная струя воздуха и массируют связки, и они отвечают благодарностью, тонусом и очень красивым ясным звучанием. Поэкспериментируем. Па-па-па-па-па-па-па, па-па-па-па-па-па-па. Поговорите что-нибудь. Например, раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Okay, now let's try s sound. Мы делаем вдох везде, где только возможно. И грудная клетка, и живот. Нам же нужно много воздуха выдохнуть. Я отвернусь от микрофона, чтобы сильно сюда не попадал звук. Если у вас будет кружиться голова, а это, скорее всего, произойдет, если у вас нет опыта долгих тренировок. Вот у меня, к примеру, есть, но уже я чувствую онемение кожи лица и легкое покраснение щек. Проверю, красные ли щеки. Нет, вроде бы лицо нормальное. И если вы чувствуете головокружение, то можно своему телу напоминать его границы, вот так вот деликатно подтрагивая себя, постукивая по щекам. Так тело понимает свои границы, и головокружение быстро проходит. Итак, друзья, два упражнения для того, чтобы восстанавливать голос. Штробас и массаж связок на «с». При помощи звука «с», вот этого выталкивания фонемы «с», можно накачать себе нехилый пресс. Так что здесь мы имеем ситуацию win-win, double win. Имеется в виду, что вы не только продуваете связки, но и воспитываете верхние кубики пресса. Аминь. Пусть кубики останутся с нами, и свежий голос тоже.